Здравствуйте, уважаемые телезрители, любители и профессионалы спорта. Телевизионная компания «Мир Бурятии» начинает рассказ о проведении международного турнира по вольной борьбе на призы главы Республики Бурятия. Мы с вами находимся на главной спортивной арене Республики в физкультурно-спортивном комплексе. Ну, что можно сказать о нынешнем турнире, о турнире нынешнего года? Турнир растет, по крайней мере, он не теряет своих позиций, своей привлекательности. И вот нынче на ковры Улан-Удэ прибыли борцы, представители 11 стран мира, в числе которых, ну, претендентами, пожалуй, с основными конкурентами выступили представители Монголии и Японии. Монголия вообще либо первыми номерами представлена, либо борется, ну, самыми перспективными своей молодежью. Японцы необычно представительна делегация, высокий уровень борцов и 13 участников. Все они имеют достаточно высокую квалификацию. Ну, также участвуют традиционно Киргизия, Казахстан, Грузия, Армения, Китай, преимущественно внутренняя Монголия. На параде открытия был даже замечен флаг Украины, некогда дружественной державы России, но вот участие этих борцов в нашем турнире, оно, конечно же, приятно, что мы не утрачиваем спортивных связей. Более 120 представителей, участников турнира, ну и много гостей, много почетных гостей. На торжественной церемонии открытия турнира собравшихся тепло приветствуют представители правительства Республики Бурятия, спортивного руководства нашей республики, известные, прославленные в прошлом борцы, сами много боровшиеся и с успехом. На трибунах мы видим ветеранов спорта, ветеранов вольной борьбы, ветеранов тренерского цеха. Первый день соревнования ознаменовался схватками в четырех весовых категориях. Это до 57 килограммов, до 65 килограммов, до 74 и до 97 килограммов. Ну, как известно, по правилам Международной федерации спортивной борьбы, теперь борьба ведется один вес, один день. То есть все схватки проводятся в один день, в том числе финальные. Вот. Но еще можно сказать, что теперь турнир проходит под эгидой Организации «Объединенный мир спортивной борьбы». Ну, в общем-то, это ничего не меняет, это все тот же традиционный турнир класса А. А сейчас нам с вами предстоит понаблюдать за финальными схватками первого дня соревнований. На ковре победу держала Игучи Рэй, Япония, город Токио, и завоевал бронзовый медаль весовой категории до 57 килограммов. В первый день международного турнира по вольной борьбе на призы президента Бурятии в самой легкой весовой категории до 57 килограммов сошлись представители Японии и Монголии. В красном трико борется Муришита Фумитака, в синем цок Батар Дамдинбазар. Монгол сразу же проводит захват в стойке и начинает теснить своего соперника. Ну, надо сразу же отметить, послушаем Даши Садана Часадаевича. Ему 23 года. Является победителем чемпионата Японии 2014 года. Обладатель золотой медали международного турнира «Гордый гран-при» Узбекистан 2013 года. На чемпионате Азии занял 5 место и является бронзовым призером Кубка мира 2013 года. Неплохой послужной список, ну и не самый впечатляющий. Между тем, позиционная борьба на ковре ведется. Ведется позиционная борьба. Монгол проводит захват руки, пытается сблизиться. Японец этого не позволяет. Но вообще надо отметить, что монголы, сделал замечание судья за пассивное ведение борьбы, что монголы, Барилдашин и Монголия, они больше любят такой близкий захват. И броски, и стойки проводят как раз из такого плотного близкого захвата. Японцы же, напротив, дзюдоисты, японцы предпочитают среднюю дистанцию и атаковать как раз вот именно с нее. Как бы не столько даже со второго, что ли, номера борются, или даже не отдают инициативу, а скорее
склоняют соперника к проведению вот этой ошибки, а потом уже за эту ошибку наказывают. Это, конечно, очень сложная такая тактика, которая требует больших традиций, большого умения. Теперь просит поправить экипировку судья. Вот. Но пока ни монгольская тактика, ни японская не приносят результата. Борьба ведется позиционно в центре ковра. Толкание такое, бадание, захваты рук. Японец караулит монгола, ждет его. Монгол знает, что японец его будет склонять к ошибке, вынуждать провести эту ошибку, совершить эту ошибку, а потом уже проводить бросок. Сейчас судья сделает замечание. Отдал бал монголу за пассивное ведение борьбы японцам. Но японец, он не пассивный, это не пассивный. Отдал, вернее, и монгольскому борцу один балл. Это не пассивное ведение борьбы, как может показаться. Это вот как раз именно чистая японская такая школа наказывать за ошибки, заставлять соперника совершать ошибки. Монгол это знает и никаких ошибок допускать не собирается. Теснит соперника, ведет захват руки. Вот быстрая атака монгола. И что она ему принесла? Вытолкнул за ковер. Ну, за уход с ковра. Вообще-то, да, карается баллом. Это и японец этот балл и проиграл. 0-2. Ведет борец в синем трико, представитель Монголии. Цокбатыр Дамдин Базар. Многоопытный. Замечание сделал судья. Ломает пальцы монгол японцу. И опять все та же самая картина. Монгол ошибок не совершает. Японец не активизируется. Японцу надо атаковать, иначе эта тактика не принесет. Вот что он и делает. Проходит в ногу, монгол каким-то резким рывком избежал осложнения и завершился первый период. Первый период завершился. Ну, монгол молодец, удержал преимущество. Послушаем судью-информатора. Дамдин Базар, Цокбатыр, соотношение баллов 0-2. 0-2. Одно за техническое действие вытолкнул с ковра японца. Первый балл получил за пассивное ведение борьбы, за предупреждение, вынесенное японцу. Японец показал себя, взорвался в конце первого периода, взял ногу, монгол просто чудом увернулся, но монгол тоже молодец, резко, быстро забрал ногу обратно и не дал японцу провести техническое действие, оцененное техническое действие. Хотя было достаточно интересно. Вот смотрите, как будто бы отдает инициативу японец, а сам все время прицеливается в ногу. Все время целится в ногу монгол. Монгол это знает, и голова в голову, такое вот бадание в центре ковра. Борьба нервов идет за... Опять замечание. Теперь уже пассив занесем на Цокбатыра Дамдин Базара. Сейчас после второго замечания получит предупреждение и балл отдадут японцу. Японец балл получит свой. Ну что-то довольно вялая борьба. Финалы открываются довольно-таки вялой борьбой. В следующей, кстати, схватке нас ожидает борьба Базара Базаргуруева, нашего воспитанника Агинской, бурятской школы вольной борьбы. Он по-прежнему представляет Кыргызстан, так же, как он его представлял на чемпионате Азии, где стал чемпионом, на чемпионате мира, где стал бронзовым призером, и на Пекинской олимпиаде, где он стал бронзовым. На сегодняшний день это пока наиболее значимые, последние достижения представителей бурятской школы вольной борьбы. За все время в стойке, все время в захвате. Что же предпримет японский борец? А ничего он не предпримет. Пытается атаковать. Монгол тоже. Вот свертывание. Монгол почему не стал развивать, не стал рисковать? Очень быстро, интенсивно, энергично атакует. И пытается бросок через голову. И монгол не отдает. Монгол не отдает этот бросок, и время закончилось. Монгол победил. Но молодец японец. Атаковал так же, как на исходе и второго, так и как первого, так и второго периодов атаковал. Но надо было
раньше японцев. На чем произвел очень приятное впечатление. Итак, весовая категория до 65 килограммов. Финал борется Ишида Таматсугу, Япония, и представитель Кыргызстана Базар Базаргуруев, участник Пекинской Олимпиады. Пятое место он там взял. Ну и все мы с вами прекрасно знаем, уважаемые любители и профессионалы вольной борьбы, что это воспитанник бурятской школы борьбы из Огинской и много боролся в Улан-Удэ. Вот какая вязкая борьба сразу же началась. Стойки, забирают руки. А к нам присоединился, к нашему комментарию присоединился государственный тренер Республики Бурятия по спортивной борьбе, по вольной борьбе Юрий Сандаков. Юрий Александрович, пожалуйста, прокомментируйте эту схватку. Здесь получается в синем трико Базар Базаргуруев. Синий-золотом. Да, он получает чемпион Азии 2007 года, бронзовый призер чемпионата мира 2007 года и пятый призер Пекинской Олимпиады. Японец? Японец, у японца, да, он в сборной команде Японии приехал сюда, но у него таких титулов нету. Вот, он, скорее всего, чемпион Японии. И неплохо прошел до финала, и вот сейчас финальная схватка, борьба идет равная. Я думаю, что здесь Базар Базаргуруев, он будет вести такую тактическую борьбу. Не прошел, да? Да, вот он, да, он будет его теснить, потому что у Базаргуруева, у него такая тактическая борьба спортсмена, вот именно его заставить ошибиться и добиться результата. Кроме того, он вязкий парень такой, да. любит завязаться с противником, соперником, а потом уже проводить техническое действие. Вот что, он сейчас, что мы сейчас и видим. Да. Захватывает голову. Ой-ой-ой. Вот японец очень хороший сделал проход и взял тем самым, да, два балла. Какой быстрый, балла, да? Может, даже сейчас вот эта схватка, она, вот это действие, оно может быть и решающим. Решающим. Да. Как ниндзя, да? Как кошка прыгнула ему в ноги. Ну, японская борьба, она чем отличается? Вот они, все вот ребята, если посмотреть, они не вяжутся. Они не вяжутся, у них такая борьба, она как бы идет вот на расстоянии, такая вот, ну, с, да, расстояния пройти, да, раздергать соперника и пройти в ногу или какое-то действие. Базар сделать. Между тем, смотрите, атакует, а Базар, да, активизируется, наращивает. Да, вот он его здесь, хотя здесь уже должен он получить один балл. Японец вышел за ковер. Спокоен тренер. Да. Вот 2-1, да, ему счет. Баллы дали. Да, балл дали. Странно. Правила меняются очень динамично. Да, правила, они вот как бы и были сейчас такие, за уход за ковер, а одно очко дали. Голову взял Базаргуруев. Перевел вот вниз. Ему так и надо действовать. Брать голову, его выводить из равновесия и забегать. Вниз перевел, и понял, да. Смотрите, как технично ушел из партера, и сразу в стойку. И опять вяжет его Базар. Базаргуруев. Все, завершил с первого периода. Ну, ваш прогноз на второй. Решитесь. А вот он и начался. Предположите исход? Ну, японец, он парень неплохой. Он Базару надо активные действия. Ему нужно не только вот это вот поставить, потому что сейчас правила другие. Если ты будешь действия, нужны действия, надо оказывать действия.
Если действий не будет, будешь просто стоять, судья ничего, никаких действий и очков не даст. Потому что он видит сразу, атакует соперника или просто стоит, фехтует руками. А еще здесь, и предупреждение. Да, получится. Здесь можно просто, он будет, потому что японец выигрывает, и базар вот просто, он как бы стоит, если базар... По замечанию? Что нет, то, вот они это, пальцами друг друга хватают, да. Он им сделал обоим замечание. Да. Еще одно действие такое, он и уже может предупреждение и кому-то балл может балл дать. Балл потерять, да. Можно на это. Да, здесь это как... Ну, базар, вот, ой, да, какой быстрый японец, а реактивный. Вот как... такими действиями нужно растаскивать соперника. Как почувствовал-то, а? Да. Или увидел, откуда это у них? Нет, в вот... природе такое. Ну вот есть. Юрий Александрович, они для этого тренируются. Более же известна женская борьба Японии, а вот тут мужчины как себя показывают достойно. Нет, японская школа борьбы, она у них история очень большая и хорошая. У них голову в ногу не пускает. У японцев очень много олимпийских чемпионов, чемпионов, да, да, мира, чемпионов, да, Азии. Очень по много, борьбе, да, да? По вольной борьбе у них история очень что хорошая. Что такое? Что сейчас показал судья? Три пальца какие-то выкинул. В чем это дело? 30 секунд. А, 30 это 30 секунд. На активные действия. Да, 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 да. Да, да, да. На активизацию. Японец. Японец в зоне опасности предупреждения. Ну и Базель, роняя его. Сам упал, его уронил и ничего не извлек из этого. Пойдет японец? Базель, японцу ему тоже нужно атаковать. Если он будет удерживать. Вот. Тишина. Так, завершился так. Второй период. Бал дали Бузургуруеву. Все, дали. Японец. Нет, счет 2-2. 2-2. Ну что, при счете нет. Интриги по пока. Техническом. У японца он завоевал 2 балла. Бузургуруев завоевал по баллу. Сейчас балл, надо Бузургуруеву взять 1 балл. Если он не возьмет, он то проиграет. Победа японцу. Вот победу японцу дадут, да. Японец как. Здесь Бузургуруеву нужно техническое действие. Парень-то пластичный, а. Естественно, он какой гибкий. Будет сейчас. Ну, Базыр, ну иди вперед, давай, Юркша. Время посмотрел и сейчас будет атаковать. Вот ему надо, да, да, да. Ну, японец хорошо защищается. А что японец не рискует второй предупреждение? А ему зачем получить? Ему при... Нет, сейчас уже по времени вот судья вот. Он... Не вот, пускает смотри, вообще близко, да, ничего, да, похоже, что в партер, да, пустит. Да, да, да. Молодец, на балл, он хорошо защищается. Балл отдаст. Очень хорошо. Все, время. Все, так, значит, теперь японец, да, побеждает? Да, побеждает здесь японец. Ай-яй-яй-яй-яй. Ушла золотая медаль, которую вполне можно было бы назвать и бурятской. Ну, как считаете, достойно по существу все здесь? Да, все правильно здесь. Базыров надо было побороться и атаковать. Ну вот, завершилась схватка. Весовой категории до 65 килограмм. К сожалению, досадно уступил в ней Базар Базаргуруев, а Ишида Томоцугу выиграл достойно. Сейчас мы с вами являемся свидетелями финала весовой категории до 74 килограммов. В красном трико Александр Зеленков, Красноярск. В синем Пурев Жав Онорбат. Ну, наивысшее достижение Зеленкова — это бронза на Ярыгине. А Пурев Жав дважды выигрывал, дважды завоевывал серебро и бронзу, дважды призер чемпионата Азии. Ну, довольно интересная обещает быть борьба. Даши Садач восхваляет Красноярскую школу вольной борьбы, ну, оно и справедливо. Ну вот бронза. Да, да, вот на Golden Grand Prix. Это пока наивысшее достижение Александра Зеленкова. Ну а так вот как хорошо берет ногу и стойкий бросок переводит в партер. 4 балла минимум получит за это Онорбат Пурев Жав.
если только не 5, если только не 5, потому что еще и в партере успел развернуть и накрыть Зеленкова. Зеленков просто обескуражен, получил очень сильный гандикап, отдал своему сопернику, и сейчас ему придется очень нелегко. Пурежав сейчас будет бороться поосмотрительней, заставлять своего соперника больше атаковать. Ну вот он ходит, не дает возможности занять позицию для атаки Зеленкова, завязывает руку. Очень грамотный парень, очень приятное впечатление оставляет этот молодой человек из Монголии. Дважды призер чемпионатов Азии, серебро и бронза. В ногу пошел Зеленков, хорошо, технично. Сейчас будет заламывать стопу и пытаться. 2 балла получил, мы с вами увидели. Оценку судей, сейчас будет пытаться провести скручивание. Передумал, решил накатывать, времени не хватит на устояние, на удержание в партере. Все, судья поднимает. Долго думал Зеленков, что ему делать. То ли скручивание, то ли накат. И в результате ни то, ни это. Но 4 балла должны дать. 2 балла отыграл. Арслан Мудожапов. И только досадная ошибка при контрприеме не дала бы возможность побороть именитого визави. Ну вот, Даша Садович, наверное, визави все-таки. Но Даша Садович, наш знаменитый судья-комментатор, представитель золотой сборной Бурятии 70-х годов, сожалеет о том, что Арслан Мудожапов уступил в борьбе за выход в финал. Но это еще одна, это первая бронзовая медаль наша на этом турнире. Ну, если засчитать серебро Базаргуруева, то бурятская школа борьбы имеет пока на данный момент накопление в два медальных успеха. Это серебро Базаргуруева и бронза Мудожапова. 74 килограмма, серьезный вес. Ничего пока не видим. Сандемеева тренера мы только что видели. Ну, кто получит преимущество? Взаимное падение, целая серия ошибок. Монгол теряет балл. Слушайте, а Зеленков подтянулся. Монгол теряет балл. Извлек, как когда казалось, уже никто не извлечет успеха из этих серий взаимных ошибок. Из этой серии ошибок. Но Зеленков успел таки вытолкнуть. Ну, не столько Зеленков вытолкнул, а монгола Пурежава. Пурежава за... Ах, еще берет бал. Еще бал берет и накатывает. Ах, тяжело как. С каким усилием старается делать. Каким усилием, сколько сил затрачивается. Захватывает ногу, тянет на себя, пытается накатить. Сейчас подымут стойку. И вот уже, да, судья поднимает стойку, и вот уже преимущество имеет представитель Красноярска, Россия, Александр Зеленков. Казалось, 5-4 в один балл, казалось бы, как комфортно, 4-0 переигрывал монгол, но вот такое вот успокоение, вот такое вот расслабление, да, времени вагон, даже Садович совершенно верно, но поезд бежит быстро. Времени вполне еще достаточно. И для того, и для другого Зеленкова закрепить успех, а Пурежава отыграть совсем, в общем-то, незначительный. В общем-то, незначительный гандикап, незначительную фору в 1 балл. И, кстати, при равенстве очков победа будет оценена, присуждена по последнему техническому действию. Так что у монгола все более, чем возможно. Зеленкову нужно быть внимательнее. Завязались в стойке. Захват взаимный, голову, руку, сплели пальцы, разбил судья руку и тут же отпустили головы друг друга. Монгол, что такое, нельзя падать. Ну, 2 минуты. То же самое. Обоюдно-скрестный захват головы и борьба руками за захват кисти. Никто ничего никому не отдал, никто не хотел уступать. У монгола как будто больше сил. Или бросок в ногу, кидается в ногу монгол. Зеленков отражает атаку. Зеленков технично отразил
нападение Пурывжава. Пурывжава и еще вновь берет голову. Никакой пассивности со стороны Зеленкова нет. Напротив, он очень технично и очень умело отражает атаки. И как пытается вытолкнуть монгол за ковер. Какой молодец Зеленков на краю бездны. Продолжает вести за пределы. Монгол уже пытается бросить. Но, конечно, с такого рычага, да соперник и весом тяжелее, крупнее. Конечно, ему. Конечно, не успеть ему. Да, отличная, отличную борьбу. Наши зрители правы. Знатоки вольной борьбы Бурятии аплодируют борцам за прекрасную, великолепную борьбу. Сегодня выдали хорошую борьбу, динамичную, особенно японские борцы, Монголия, ну и, естественно, наши российские. Ну, я думаю, в преддверии, вот у нас как судьи идет генеральный репетиция в преддверии первенства России, который будет 26 марта проходить здесь, в этом же зале, где я буду главным судьей. Вот, и у нас идет сейчас репетиция у судей. Пока справляемся своими обязанностями. Я буквально вот сейчас с Якутии приехал. Дмитрий, вот турнир был международный. В прошлом году Коркин турнир был. На Коркин турнире было 31 стран. Государств было. На юниорском сейчас Дмитриева 16 государств было. Ну, естественно, там и уровень выше этот, спортсменов. Ну, сейчас такое время. Сейчас идет турниры идут международные. И из-за этого. А так, в принципе, состав ровный. Хорошая борьба, состав ровный, добротный. Вот хотел спросить, у нас по кому выступает 261, но это не олимпийская дисциплина. Как бы вот вы как рассматриваете, вот у нас в Рио на Олимпиаде сколько весовых категорий также уменьшится, да, вот и вот, конкуренция вот, среди российских борцов, она возрастает из-за того, что многим придется переходить, ну, не менять вес. Там два веса только. Я думаю, Саша Богомоев все равно олимпийский год будет 55 килограмм делать. 57 килограмм делает. И ему по силу это все. Потому что Олимпийские игры. А сейчас пока, конечно, вот ему что сейчас сгонять. Год да. Предолимпийский, как бы ему, может, уже стоило сейчас 57 переходить, потому что потом-то будет сложнее. Нет, я думаю, на каких-то турнирах он будет себя пробовать. А ну, в первую очередь надо сперва путевку заработать, чтобы страна путевку заработала, а потом уже думать. А если 57, не дай бог, конечно, не будет путевки, какой смысл ему весь гонять? Итак, большие парни на ковре. Самая тяжелая весовая категория турнира до 125 килограммов. В красном трико Чулумбат Джаргал Сайхан Монголия. В синем трико Михаил Доценко, Украина, некогда дружественное государство Российской Федерации. Приятно, что представители этой страны приняли участие. Тренер Чулумбата Бахтунга Ибая. Чулумбат Джерсен. Чемпион Азии, участник чемпионата мира, пятое место, чемпион Монголии. Михаил Доценко борется в синем трико команды Украины, город Львов. Михаил Доценко, 10 лет победы, спортивный клуб «Лимазгейт». Является старшим инструктором по фитнесу. Тренер Михаил Поправский. Михаил Доценко, обладатель бронзовой медали Кубка мира 2013 года. Вот так.
Жаргал Сайхан забрал ногу. Ну, Юлия Бумбошкина во сколько баллов? И накат проводит монгол. Ой-ой-ой, как это эффектно смотрится в исполнении больших парней. И накатил еще 2 балла. Юля дает. 7-0 становится. Да, бросок из стойки. Потом накрыл в партере. В партере накрыл и провел накат наш арбитр международной категории Юлия Бумбошкина. Оценит эти действия 8 баллов. Они не встречают разногласий у боковых судей. Все правильно, все по теме, все по существу. 8-0. Доценко заколебался на краю своей гибели в финале. Монгол атаковал эффектно, но у монголов мы сами запомним, что есть такое качество, что они, имея большое преимущество, значительное, существенное, непонятным образом расслабляется. Опа! Какой бросок из стойки демонстрирует. Доценко сразу же завоевывает 4 балла и чуть не на лопатке укладывает. Два ли не тушировал Жаргал Сайхан. Вот о чем мы с вами говорили. Вот о чем мы говорили. Расслабляются монголы, получив большое преимущество. И вот это вам расплата неминуема за такие действия. Виктор Васильевич Баймеев в окружении своих друзей, приятелей, один из основателей вольной борьбы нашей республики. Виктор Дамбаев, мастер спорта СССР, тоже рядом находился с Виктором Васильевичем. Да, слушайте, интересную борьбу показывают нам тяжелые большие парни. Большие парни и... Чулумбат Жаргал Сайхан начинает борьбу с захвата головы Михаила Доценко, а украинец показал монгольскому богатуру, что он не лыком шит, и что в Монголии тоже, в Украине, извините, тоже умеют бороться, и чуть не уложил на лопатки своего могучего соперника визави. Но обычно в этой весовой категории, самой тяжелой весовой категории, редко происходит, показывает Юлия, не сплетать пальцы, не ломать пальцы друг другу. Редко бывают схватки в очень высоком темпе, но вот такой каскад в первом периоде, который показали борцы, в общем-то, почему бы и нет, здорово, темпы растут во всем мировом спорте, растут они и в тяжелой весовой категории вольной борьбы. Взаимное сплетение, толкотня, покраснели от этих захватов плечи Доценко, Жаргал Сайхан задний ход не включает, все время вперед. Доценко продемонстрировал готовность пойти в ногу и тут же перешел на второй этаж, в верхний уровень. Верхний уровень перешел, захват, Юлия Бумбошкина останавливает схватку. Время захвата истекло. В центр парней, вперед, борьба. И то же самое, толкотня, ожидание ошибок. Несмотря на такое комфортное преимущество, Жаргал Сайхан, вот-вот-вот, об этом же ему и говорят тренеры монгольские, не должен ждать и не должен успокаиваться. Доценко уже показал ему, на что он способен, забедрил из стойки так, что Жаргал Сайхан по амплитуде улетел, ноги чуть до потолка не достали, за мало. Поэтому не надо так спокойно себя чувствовать, комфортно располагаться. А самому надо атаковать. И Доценко пытается выталкивать потихоньку, потихоньку поддавливает монгола к краю ковра. И разомкнули захват. Устали тяжелые парни. Ну вот скрестный захват делает Доценко. Это очень опасно. Это очень опасно. Голову захватил Жаргал Сайхан. Теперь Доценко. Вот такая вот позиционная борьба. И сейчас кто-то ошибется в ней. Вероятнее всего. Ух, что такое? Замечание. Предупреждение. Выносит арбитр монголу. Еще становится 8-5. И еще один балл забирает Доценко. 8-6.
и преимущество монгола. Жагал Сайхан совсем растаял. Ну, 2 секунды, правда, остается. И еще. Все, на исходе времени. Доценко как будто бы вытолкнул. Свел преимущество к ничтожному. Но, тем не менее, Жагал Сайхан это преимущество сохранил. Смеются болельщики Бурятии. Довольны такой выжидательной тактикой. Но в первом периоде, согласитесь, замечательный каскад мы с вами видели. И Чулумбат Жагал Сайхан принимает поздравления. Уважаемые телезрители, телекомпания «Мир Бурятия» продолжает рассказ о развитии событий на 20-м международном турнире по вольной борьбе на призы главы Республики Бурятия. На ковре финалисты весовой категории до 70 кг Зелимхан Юсупов, Таджикистан, он в синем трико, и Ангбаер Батчулун, Монголия. Ну вот сейчас только что мы слушали объявление нашей Людмилы Цыреновны о том, что Батчулун является чемпионом Азии, а Зелимхан Юсупов 5-е место на чемпионате мира. Не совсем чисто он сейчас проводил прием, бил как бы плечом в челюсть монголу, но Ангбаяр пытался ответить подсечкой, не прошел у него прием, а зато Зелимхан, в свою очередь, успешно так вышел из этой ситуации, опять завязывается в центре ковра в стойке. Вот проходит нырок в ногу, очень хороший переворот, поднимает, через голову кидает, и сейчас будет стараться накатывать. Да, пытается катить, но Ангбаяр Батчулун намного тяжелее своего соперника визави Зелимхан. Сразу видно, он сушился, пришел из более старшего веса. Но тем не менее, смотрите, какой физический, какой сильный парень. Монгол, своеобразная очень такая позиция сейчас получается, завис на нем, буквально повис Юсупов на Батчулуне. И тем не менее, огромная все-таки физическая сила у 5-го призера Зелимхана, чемпионата мира Зелимхана Юсупова. Пытается, упорно пытается проводить накат, что, конечно же, даст ему громадное преимущество. Ну а накрыл того монгола просто здорово после прохода в ногу. И сразу вот какое преимущество в очках, сразу 8 баллов ведет Зелимхан Юсупов, это почти что чистая победа фактически. Он посматривает на судью, ожидает досрочного завершения схватки. Ну, а тут нет, как таковых в вольной борьбе, досрочных побед. Это называется явных преимуществ за чистая победа. Юсупов спокоен, да, отдал много он сил. Монгол устал значительно больше, но он тяжелее. Ну, конечно, идти надо в захват, правильно говорит тренер. Брать монгол вообще любят бороться в плотном захвате. Любят кидать из стойки. Но мы видим, чемпион Азии Ангбаяр Батчулун обескуражен. Такой активный бой. Вот скручивание пытался провести, свалить, так сказать, на сторону. Пытается брать инициативу, но слишком большой разрыв в счете. Монгол надо активизироваться. Надо вести более активные технические действия. Какой-то бросок, что ли, сделать, амплитудный. Проход, что он, чем он ответит? А ничем он не отвечает, продолжает. И еще балл. Ну, что судья там покажет? Дает балл? Да, дает. 2 балла дает судья. Схватка окончена. 10-0. Ну, просто, что называется, в одни ворота отборолся. Зелимхан Юсупов. Досрочная победа, чистая победа. Зрители вяло приветствуют победу таджикского борца, представитель Таджикистан. Но мы с вами, конечно, понимаем, что это представитель Северного Кавказа. Мы поздравляем Зелимхана Юсупова с победой.
На ковре борцы весовой категории до 86 килограммов. Финальная схватка. В синем трико представители Японии Мацума Яцуши, чемпион Японии. И в красном ковре Уцух Батар Пурве, Монголия. Ну, согласитесь, уважаемые любители профессионалы вольной борьбы, успешно очень выступают здесь представители Монголии и Японии. Много финалистов, много призеров. И борьбу показывают очень содержательную. Но Пурве, будем откровенным, более опытен, является призером чемпионата Азии, а 27-летний Мацумото Яцуши Ацуши всего лишь чемпион Японии. И он весом как бы полегче. Вот пытался он захватить стопу, как тонко почувствовал Пурве это обострение, как технично от него ушел. Вот что значит опыт. Ну, таким шелунгом шлепает его по спине, смеются наши зрители, болельщики очень эмоционально болеют, подсказывают тренеры японской команды. Ну, что-то такой шлепок, его даже швунгом-то не назовешь. Ну, японец вяжет руку, со средней дистанции пытается атаковать, и вновь, введя в счете 2-0, Пурве удержит свое преимущество умело, использует свое превосходство в весе, в опыте, заламывает руку. Японцу пытался перевести его на туше. Александр Будаев, наш известный специалист, тренер, арбитр, за работой. И вновь завязываются в позиционной борьбе в центре ковра. Стойки. Теперь уже монголы, в свою очередь, нервничают, рекомендуют. Ну, сейчас отдаст бал монгол. Нет, ну каков опыт, как ушел. Один бал. Тем не менее, Мацумото Ацуши успел захватить с ковра. Один бал, счет становится 2-1. Монголу надо переходить к более активным действиям. Небезопасно такое. Посмотрел судья, нет ли рассечений, что-то там, видимо, было. Нет, борьбу можно продолжать. Все допускается. Энергично начинает от атак. Атаковать начинает японец. Пурве довольно-таки технично эти атаки отражает. Ну, что-то надо было. Их ты посмотри, как накрылся. Чуть ли не сам лег под японца монгол. Пурве теперь Ацуши будет иметь преимущество. Ну, минимум балл. Минимум балл он получит. Тут тайм-аут объявляет арбитр. Повреждение, что ли, кто-то получил. Ну, 2 балла судья, видимо, оценил. Да, действительно, 2 балла было, в 2 балла был оценен этот каскад японца. Ну, будто бы и сам на туше-то лег Пурве. Мог бы и с таким-то опытом, мог бы и поаккуратнее быть. И тем более разрыв в счете был совсем некомфортный для Цухбатора Пурве. Сейчас получил рассечение наши специалисты республиканского врачебного с культурой диспансера оказали помощь, и схватка продолжается. Монголу надо активизироваться. Есть еще очень много времени, почти 2,5 минуты до окончания схватки. Он как-то вяло выглядит, монгол. Берет голову, и японец удивительно легко ее отдает. И также легко монгол ее отпускает. Ничего из этого не извлек для себя. Японец выглядит куда более подвижным, куда более технично. Атакует, раздергивает, что называется, своего соперника, выталкивает за ковер. Вот сейчас из этой ситуации японец в свое время извлек выгоду. Резким рывком вниз перевел Пурве в партер и взял на исходе первого периода бал, сократив до минимума разрыв в счете. Вот швунгами пытался монгол, ушел и от швунга, и от выхода на бросковую позицию Ацуши. Ацуши. Ацуши пытается атаковать, завязаться и опять застыли в стойке. Ну что, такое медленное течение борьбы скорее на руку японцу, чем монголу, но опыт монгола позволяет надеяться ему и команде. Монголии позволяет надеяться на то, что в какой-то момент он уловит возможность для атаки,
тонко почувствует, мы сами видим, как тонко чувствует позицию Пурве и сможет извлечь из нее для себя преимущество. Отдал голову без всякого сопротивления монгол, что для японцев вообще не свойственно забирать голову. Пытается провести захват за спину под руки монгол. Японец это ему не удается. А монгол вот силовую борьбу ведет. Хочет задавить его физически, но японец никаких дивидендов не дает своему сопернику. Что такое? Как бы сейчас не объявили невозможность проведения схватки, вновь врачи на ковре, вновь вытирают нос, утирают кровавые брызги Пурве Уцубатору. Обвив пытался внутренне сделать монгол, уж до того нерешительно, до того вяло, что этот японец выспаться бы, наверное, успел. А вот какую скоростную атаку проводит, затяжную проводит от суши. Монгол контратакует. Вот поинтереснее стала борьба. Японец взял ногу, судья развел, время закончилось. Да, совершенно верно, завершилось время схватки, и победу одержал Мацумото Ацуши. Наше поздравление представителю страны восходящего солнца. Молодец парень. Итак, завершающая схватка международного турнира по вольной борьбе на призы главы Республики Бурятия. На ковре наша главная надежда — Александр Богомоев, участник чемпионата мира, чемпион России. Ему противостоит Болт Номин, монголя, Номин, изумруд, да, видимо. В красном трико борется наш Александр Богомоев, монгол Номин, изумруд в синем трико. С нами на комментарии государственный тренер Республики Бурятия по спортивной борьбе Юрий Сандаков. Юрий Александрович, да, победит? Сами знаете, кто. Я думаю, что Саша, он эту схватку... Вот здесь уже оценочка будет сейчас... Три. Сейчас, так посмотрим сейчас. Нет, в 4 балла. 4 даст? Да. Смотрите, скручивает. Здесь, да, очень сильный, хороший захват завоевал. И балл еще дает. Да, балл... завоевал на мир. Не выпускает с ковра. Да. Сейчас смотрите, что накат будет делать? Пытается накатить? Да, пытается накатить. Смотрите, стойки накатывает. Да. Это он физически до какой здоровый. Да, сейчас что здесь главное? Если он из стойки будет накатывать, 4 балла 4 могут. 4 балла? Да, могут дать 4. Вот Саше дали 4 балла. И он на монголу 2 балла. 2 балла, атака была 2 балла. 4-2. Очень хорошее действие. Вот все броски, которые со стойки идут, даже в высоком партере будет стоять, все 4 балла. Если накат, 4 балла. Номин, я хочу сказать вам, он бронзовый призер чемпионата мира. Он очень хороший спортсмен, он мне нравится. И у него есть перспектива, парень. 4-2. Хороший чемпион Монголии, бронзовый. Достаточно ли комфортное? Достаточно ли комфортное превосходство? Да, это превосходство как бы нормально для опытного спортсмена. Это превосходство нормальное. Здесь Саша сейчас будет его смотреть и на ошибках ловить, и где-то свои действия уже предпринимать. Вот. А монгол между тем? Монголу, естественно, ему надо отыгрываться, и ему нужно действие. Что сейчас? Ай, какие хорошие. Вот опасный парень на этот момент. Ничего судья не дал. Богомоев избежал обострения. Да. Вот, да, да, да. Вот, вот Сашин коронный захват, да. Это захват головы. Монголы вообще же любят плотный, близкий захват. А он стоит на дистанции. Его ли это борьба?
Ну да, он, это его, его борьба, этого Намина. Он, в принципе, он и в этой борьбе он неплох, как говорится, и в захвате он очень хороший. Они, у них борьба в захвате поставлена тоже, вот они постоянно как бы борются в этом, в этих захватах, потому что по национальной борьбе у них это все. Что такое, что это за оценки такие? 8, где успел 4 балла еще завоевать? 8-2. А мы не видели никаких технических действий. Валерий Николаевич, наш прославленный тренер, один из воспитателей Бориса Будаева. Второй период. Второй период. Я думаю, что Намин сейчас будет идти, ему уже терять нечего, счет 8-2. Ему нужно атаковать. Саша, сейчас Саша будет просто, он его ловить на действие. Вот. Ему сейчас четко, спокойно надо здесь его... Такими шлунгами монгол бы голову нашему не оторвал. Смотрите, как хватает. Он уже, как говорится, Богомол, он уже знает, и он все правильно делает. Прическа у него как у эстрадного. Да. Это что такое, убьет вот? Вот все, это его вот все, захват, вот голову. Как хорошо он. Вот, это при 12-2 уже будет досрочная победа? Да, да, и конечно, конечно. В случае, если 10 конечно разрыв, не имеет значения, при каком да, счете. Да, да, 10 да, разрыв, да, да. Все, победа. Может 12-12, 14-4, все, 10 баллов разрыв, победа. А Богомов не попытается завершить? На да, естественно, ему зачем? Ему надо тоже провести атаку. Саша, он борец атакующий, и он это, я думаю, будет делать сейчас. Предпринимать. Он все правильно делает, он захватывает и руку. Вот, вот это его, вот коронный захват его. Сейчас он, да, он возьмет и здесь будет брать бал. Вот. Все, бал. Так, так. Дал судья. Опа! Вот. Действие началось на ковре. А, так, действие было уже практически за ковром. 2 балла. Здесь 2 балла. 2 балла. И какой разрыв-то там стал? Так, 10-2, да? Так, оценочку надо увидеть. Да, создать что-то там не совсем внятно. Слышно оно? Ну, это, сейчас вот какой будет действие? Ну, Саша, вот, он все правильно делает, забирает голову, потому что, когда у соперника забираешь голову, сбивается дыхание, и ему неудобно в этой ситуации, вот, борцу, который отдает голову. Саша все правильно делает. Устали? Да, а? Ну, все, здесь ему, Саша здесь... Он сейчас будет выжидать действия монгола Намина. Намин сейчас будет атаковать, рисковать. И Саша здесь его будет ловить. Так времени еще навалом, 2:25. Ну, это уже все. Все зависит от технических действий. Сейчас вот смотрите. За 2 минуты ситуация можно и на спину свалиться. Я думаю, что этого не будет. Вот сейчас Саша должен пройти повнимательней, атаку. Повнимательней. Будет атака. Сейчас будет атака. То Юрий Александрович нас тут совсем запугал этим Намином. Так. Как бы он при таких скоростях. Оп. Ах, все, да, вот здесь все молодец. Правильно, все правильно. Вот, вот это действие техническое, все. И бал берет. Да, берет, берет бал, партер, и тем самым досрочная победа. Довольны наши все зрители. Это что ему дали? 3 балла получается? 2 балла. Ну а как счет-то получился? 12-2? 12-2. Ну что ж, нам остается только радоваться. И мы благодарим за участие в нашей трансляции государственного тренера сборной Бурятии по спортивной борьбе Юрия Сандакова. И присоединяемся к поздравлениям Александру Богомоеву. Надо, я думаю, идти только с положительным настроем. По-другому никак. Значит, не выигрывать, если выходить с мыслями о проигрыше. Я шел, настраивался на победу только. И как бы у себя дома своих болельщиков, друзей разочаровывать, как бы, и дома, как сказать, родные стены помогают. Соперник все-таки, он не простой. Да, он очень быстрый, он категория меньше борется так-то, но по скоростным данным очень быстрый.
и технически такой он прием делает. Любая схватка, нельзя соперника недооценивать никогда, ну и никак. Я вышел, ну, бороться, как бы настраивался, знал, что будет борьба, даст бой. Четвертый раз я выигрываю сейчас. Майкл Ковальчук.